Владимир Николаевич, пожалуйста. Вот в городе Ачинске 57 объектов памятников. 57. Муниципальные, краевые, федеральные. Ни копейки денег не выделяется. Все разрушается. И никто не имеет... Я вот именно я поменял купола на храме. Возбудили уголовное дело. Вот поэтому я тоже призываю. Надо необходимо выводить и заниматься ремонтом этих памятников. Спасибо.